Как тебе, кстати, вообще парадигма будущей? Ну, возможной какой-то семейной жизни, детей или так далее. Ну, то есть у тебя нет такого, что... Тебе... Вот сколько тебе лет, кстати? 25. А, мне 26 просто. Вот, и я к тому, что мне как-то вот после 25 как будто не то, что стали эти мысли доезжать, не то, что даже общество от тебя требует, но как будто вот оно само приходит на ум, и ты такой, типа, а если бы у меня была семья? Если мне бы у меня страшно было... об этом думать, реально страшно. Ну вот у меня, типа, меня больше всего беспокоит мысль о том, что я реально начал, блядь, понимать, почему родители за меня переживали в пиздючестве. Потому что, прикинь, ты, блядь, 14, 15, 16 лет растишь вот эту хуйню, вкладываешь в нее бабки, время, там, внимание, срешься с ней. А пытаешь... идет граффити. Да, и, оно, и он просто идет там, я не знаю, блядь... Как у меня Кент, который, блядь, чуть не выпал там, знаешь, с 13 этажа, просто случайно заполз обратно. И вот прикинь, типа, его там матушка об этом не знает. А если бы она знала, прикинь, просто какой крах, блядь, всего. Или там твой пиздюк пошел, дознулся солью где-то и умер, знаешь, типа, или еще что-то. Или его там порезали. И я вот реально, меня, типа, не то что пугает, но интересно, что меня начинает догонять эта мысль о том, что я понимаю, блядь, представляю себе, как у меня будут дети, и придется нести за них ответственность, придется в них что-то вкладывать. Как сложно, чтобы он просто, блядь, родился нормально. Типа... Воспитать ребенка, это для меня страшно. То есть пока он пиздюк еще, да, вот дальше, ну, я просто сам на малых смотрю, там, на фанатов и так далее, блядь. Типа у меня вот случай был 3 дня назад буквально в Тюмени. Мы выходим из гримерки, ну, то есть я один вышел, Скали еще сидит в гримерке, и пацаны там, ну, и так как тюменцы, я всегда там открыто, йоу, пофоткаемся, все дела. И стоит девочка там вдалеке, Рома, Рома, типа, да? Ну, и я такой, ну, давай, да, типа, подходи, сфоткаемся. И она берет такая, говорит, снимаешь, снимаешь? Да, и, короче, она просто садится, блядь, на уровень моего члена и делает там, ну, там, вот эту типичную позу, блядь, непонятную. Я просто, блядь, переступаю через нее, фотка не получилась. То есть, блядь, ну... А прикинь, у нее же есть мама и папа, которые никогда не узнают, что это случилось. И вот если бы я был на месте ее мамы или папы, если бы я узнал... Я бы подумал, бля, типа, как вообще, как? Но с другой стороны, типа... видишь, это же не берется, типа, такое поведение в том числе не берется с ни с хуя. То есть, как бы, ну, ребенок же ему не просто, типа, девушке не просто приходит в голову, типа, прикольно, сделаю вид, как будто я на фото отца своего известного типу. То есть, это же, ну, не просто мысль, которая возникает в башке, она же формируется из чего-то. Из желания получить какое-то внимание, из желания какого-то, типа, взаимодействия с авторитетом и так далее. Все равно не хотелось бы, чтобы, типа, девушки именно таким образом... Мне добивались. Бы не хотелось, чтобы моя дочь вообще ебалась. Я бы хотел, чтобы на этом все и закончилось. Просто. Не, ну ладно. Будет некрасивой. Не, ну секс можно, но сосать член точно нет. Типа никаких топ, никаких дала мозги, вот дала голову ни в коем случае. Ты бы не говорил так о своей девушке, точно, блядь. Я не скажу.